Перед тем, как он придет, на протяжении 3 лет будет происходить следующее. В первый год всемогущий Аллах прикажет небу задержать 1/3 всего дождя. Поэтому 1/3 всей дождевой воды не прольется на землю. На 2-й год будет удержано 2/3 воды. На 3-й год не будет дождя вообще. Поэтому засуха и голод одолеют человечество. Затем придет этот человек, Даджаль, а с ним река огня и река воды. Он зайдет в поселение людей и скажет: «Вы верите в меня? Я ваш Господь». И когда они уверуют, он скажет: «Небу пролиться, и начнется дождь». Скажет земле: «Взрасти свои плоды», и земля станет плодородной. И будет у него много других способностей, которые Аллах дал ему, чтобы проверить людей в этом последнем испытании перед окончанием времен.